Как зарегистрироваться в компанию IOP? Жмем на эту кнопочку. Вот вторая с краю. Вы смотрите вашего спонсора. Здесь логин вашего спонсора. Ну и начинаем заполнять. Начинаем заполнять. Пишем имя. Пишем фамилию. Пишем здесь наш логин. Можете фамилию написать, можете придумать что-то. В основном вижу, все фамилии свои пишут. Пишем город. Пишем страну. Выбираем, вернее. Так, где? Где-то тут должно быть. Так, теперь пишем телефон. Так, пишем телефон. Пишем e-mail адрес. Пишем пароль. Заполняем эти данные. Соглашаемся и нажимаем на эту кнопочку. Сначала сюда ставим галочку и нажимаем на эту кнопочку. Теперь выбираем оплату. 11.50. Это у вас будет только рассыльщик, и понятно, заработки гораздо меньше. И рекомендую, чтобы получить бонусы, 21.76. И нажимаете на 21.76. Нас перебрасывает на Payeer. На Payeer очень легко завести свой счет. Выбираете. У меня рублевый, сейчас попробуем. Выбираете рубли. Вот. И подтвердить. Так, значит, получается 21,76 и того к оплате 1442. Конвертация происходит внутри. То есть все хорошо, все нормально. И подтвердить. Идет переадресация на страницу оплаты. Вот вы видите, у меня 1600 на счету. Снимется 1442. Подтвердить. И вот здесь мне написали, что ваша учетная запись должна быть активирована. Если вы не можете войти в свой аккаунт, обратитесь в службу поддержки. Но сейчас мы попробуем войти в аккаунт. Еще раз хочу сказать, что при заполнении делайте так, чтобы эта страница у вас не переводилась. То есть браузер выберите без перевода. Оригинальный. Ну, чтобы все прошло хорошо и гладко. Итак, давайте я нажму «Показать оригинал». Вот это теперь кнопочка. Вот это регистрация, а это кнопочка «Войти в кабинет». Мы входим в кабинет. Я набираю и войти. Ну вот, друзья, теперь дальше мы будем с вами работать. В следующих уроках встретимся, что делать дальше. Давайте я показать оригинал.
Что делать дальше, мы с вами увидим в следующих наших видеоуроках. Регистрируйтесь и будем получать бонусы.